Я из Беларуси, из города Гродно. В общем-то, как известно, Беларусь с Литвой, мы граничим, у нас есть много общего. Мне было интересно, чем мы отличаемся, и мне, в принципе, в целом было интересно обучение в другой стране, знакомство с новой культурой, с новыми студентами. Также я была наслышана о том, что здесь очень высокий уровень преподавания. И не только преподавательский высокий уровень, но и хорошая база. Поэтому мне хотелось улучшить свои знания, умения и навыки. Я думаю, скорее всего, это связано с погодой. Дело в том, что здесь, мне кажется, немножко холоднее, чем у нас. И опять же, очень короткий день. Очень короткий день, рано темнеет. А так все отлично, мне нравится. Мне очень нравится здесь учеба. Мне хотелось бы отдельно уделить внимание, что преподавательский состав на высоком уровне. Преподаватели всегда отзывчивы, всегда помогают, всегда объясняют. Это очень приятно. А также учеба очень интересна. Существуют выставки и студенческие выставки, в которых можно участвовать, и это очень приветствуется. Так что надеюсь в скором будущем что-нибудь продемонстрировать. Мне очень сложно говорить о разнице между нашими странами, разве что только языковой барьер. Хотя и здесь многие, как преподаватели, так и люди более-менее старшего поколения говорят на русском языке. Поэтому я не могу выделить что-то особенное. Мы очень похожи. Мне бы хотелось сказать, что мы ждем новых студентов. Нам интересны новые студенты из разных стран. Здесь гарантирую, всем понравится. Так что, you're welcome!